Я считаю, что Уральский форум – это отличная площадка, в первую очередь, для живого общения с коллегами, с которыми даже в Москве пересечься порой проблематично, а именно такие мероприятия, как Уральский форум, они позволяют нам всем собраться вместе, обменяться опытом, обменяться теми новыми знаниями и теми компетенциями, которые мы используем в своей работе, и, соответственно, обогатить свою дальнейшую работу по информационной безопасности. Ты понимаешь, что ты не одинок перед проблемами кибербезопасности, которые у тебя есть в повседневной работе, что людей волнуют точно такие же проблемы. Когда ты с ними общаешься, ты получаешь готовое решение для себя. Я бы сказал, вот этот эффект. Там будут все. Там будут и регуляторы, и топовые спикеры, эксперты. Все так или иначе задействованы в сфере информационной безопасности, в финансовом секторе. А это значит, что, поехав туда, вы сможете получить самые последние новости, самые глубокие знания, познакомиться с передовыми продуктами и системами информационной безопасности, ну и расширить максимально кругозор свой. Коллеги, мы обращаемся ко всей отрасли. Ждем вас на Урале. До встречи в феврале.